Мы дома. Давайте вам покажу цветы, которые я купила в Рязани. Сейчас, подождите. Разворачиваю все. Это калибрахуа. Два цветка. Цена смешная была. 200 рублей за один. Раз, два. Их можно черенковать, что я, собственно, и сделаю. Я сейчас пообрезаю. Почеренкую, поставлю в воду. Они мне пустят корни. И я их рассажу в другие горшки. Это первое. Потом каменоломка. Это вообще моя любовь. Мне они очень нравятся. Они такие красивые, необычные. Бульгерия, куда ты дерешь? Диван по жопе получишь. Дерет диван. Сейчас. Не, подождите. Моя пупуська, мумуська, бубуська, бубуська. Цветы пришла нюхать. Смотрите, какие красавцы. Но классные. Почвопокровные. Каменоломка. И еще одни. Ой, не помню, как они называются. Запах шикарный. Сейчас я их рассажу в свои вот эти балконные. А, не одни, двое. Еще. Сейчас покажу. Берет цветок один наблюдается. Такие же белые. Сейчас у меня будете все заставлены здесь. И вот такие. Тоже не помню, как называются, но они очень мне нравятся. Вот как расцветают они. Сейчас покажу. Обломился цветочек. Видно вам? Много цветочков на одном стебельке. И здесь несколько таких кустиков. Малышки, видите? Это все я хочу на балконе у себя посадить. Хотя у меня там уже есть и лобелия, и петунья, и гвоздику я посеяла. Пофигу, хочу все засадить. Каменоломка вообще, да, такая она милая. Они все милые. Сейчас я это сделаю. Очень красивые, да? И калибрахуа. Зря я там пыталась что-то вырастить. Вон, 200 рублей все удовольствие взяла, пожалуйста. Сейчас я их сделаю так, чтобы они у меня росли. Рассажу, что у меня петунья здесь колосится. Катюхе ее должна была отдать. Катюха все никак. Помидор мой цветет на всю катушку. Его срочно нужно пересадить в другой большой горшок. Ну и лобелия снова. Видите, какая маленькая. Красота. Очень довольна я своими цветами. Прямо счастлива, можно сказать.